Последнее время это очень сильно прибавило. Считаешь ли ты, что был сегодня одним из лучших на поле? Да, если бы я был одним из лучших, то команда выиграла. Я сыграл на своем уровне. Не знаю, может, чуть лучше сыграл. 100% я не забил. Хорошо, что сам его создал. И, конечно же, грустно, потому что Газ мне отдал в Казахстане пас, а я вот ему не отдал. Но я не увидел. Я бы, если бы увидел, я клянусь, отдал бы. Но я его не увидел, потому что там я опустил уже голову вниз, исполнял. Но сегодня хорошо сыграл, считаю. Не знаю, если бы все бы играли, то 8 оценка была бы. Поэтому, веришь, что еще? Да я не то, что, я не знаю, прибавил, не прибавил, просто взялся за голову, как говорится. Хотя я не люблю это выражение, оно меня уже бесит. Ну, от матча к матчу идем, прибавляем, ставим новые цели, задачи и исполняем.